Сегодня единый период нерабочих дней завершается, но на всех этапах выхода из режима ограничений необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования. По-прежнему режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет. Семьям с детьми будут оказаны новые меры поддержки. В два раза увеличивается минимальное пособие по уходу за ребенком. Те, кто не имеет права на материнский капитал, получат 5000 рублей на каждого малыша до 3 лет. С 1 июня семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно получат единовременную выплату в размере 10000 рублей. Доигровщик новоренгойского волейбольного клуба «Факел» Егор Клюка продолжит свою карьеру в петербургском «Зените». Он уже подписал контракт. В доигровке «Огненных» есть два ключевых игрока – Дмитрий Волков и Денис Богдан. Также на эту позицию будут привлекать одного или двух спортсменов из молодежной команды.